Выпускники Голицынской школы номер 1 вместо последнего звонка решили отметить день рождения. День рождения – это праздник и воздушные шары. И придет сегодня в гости много-много детворы. Какой день рождения? У нас сегодня праздник последнего звонка. Так все верно. А мы тоже испугались, что что-то перепутали. Последний звонок, как и день рождения, веселый и вместе с тем грустный праздник. Только именинников в этот день было много, целый класс выпускников. Не обошлось и без подарков. По традиции, первые поздравления прозвучали от директора школы. Сегодня, как мы уже говорили, и грустный, и веселый праздник. Веселый, потому что перед вами, ребята, открываются много путей, и перед вами стоит сейчас сложный выбор. А грустный... Он грустный и для родителей, потому что вы уже выросли. Вы уже не те ребята, которых они привели за ручку в первый класс. В этот день выпускники вспоминали свое детство. Белые банты и школьная форма. Когда теперь представится возможность их снова надеть? Впереди выпускные экзамены, институт, взрослая жизнь. Пожелать ребятам доброго пути в школу приехал глава городского поселения Голицына Александр Дудоров. Отныне вашим учителем будет сама жизнь. Вам предстоит еще сдать экзамены. И я надеюсь, что вы не подведете ни своих учителей, ни своих родителей и сдадите их успешно. Но самое трогательное поздравление прозвучало от первоклассников. Глядя на них, выпускники вспоминали себя, как много лет назад вчерашними детсадовцами они переступили школьный порог. Памятный день, мы пришли в первый класс. Было радостно всем, было все в первый раз. Первый день тебя. Еще долго принимали поздравления и, конечно, сами говорили слова благодарности и вручали цветы своим учителям и родителям. Последний школьный вальс, последняя песня в исполнении всего класса. И, конечно, праздник, как и любой день рождения, не обошелся без торта. Самая грустная часть праздника закончилась в стенах школы. А в Захарово грустить было некогда. Певица Максим, диджей Пластика, всевозможные развлечения и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Все это ожидало выпускников на Пушкинской поляне. Мы наплясались, мы наслушались музыки, Максим выступал, было очень весело. Вот сейчас хотим станцевать флешмоб. Ну, я довольна осталась, столько позитива, столько эмоций. Ну, со школы, конечно, грустно будет расставаться столько лет. Все дружно учились, было много побед. И, ну, как бы, конечно, грустно. Остались позади домашние задания, ответы у доски, контрольные. Впереди совсем другая жизнь. Хочется пожелать ребятам удачи и доброго пути. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».